Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Юджин Плей, и сегодня мы будем продолжать играть в World West. Усаживайтесь поудобней, начинаем. Кто не видел предыдущую часть, посмотрите, мы закончили на том моменте, когда дошли до мэра свиного рыла. Вот, и на нем мы остановились. Он нам дал поручение, так как не захотел он нам помогать. И поэтому сейчас будем смотреть, что и как там. Так, подождите, сейчас я чуть-чуть вспомню. Поймайте или убейте это дополнительное. Отправляйтесь на тайник. Нет, соберите сонную вербену в тех местах, где водятся призраки. Как опасно. Уже бы лошадь как-то отменить бы, конечно. Заберите для мэра Уикса документы ферма Бушкрик. Вот, ну-ка. Давайте посмотрим, что у нас там по пути будет. Чтобы заодно сразу в два места, так сказать, сходить. Не-не-не-не-не, стопэ. Так, ферма Бушкрик, это вот это, наверное? Да, вот она. Блядь, далековато день идти, а у нас Стив Хендерсон. Это вот этот, что ли? Ребекка Беребека. Так, это в Соул Хилл, но его там нету. Не знаю, может потом еще раз зайду, посмотрю. Может, я кого... А, я же ее, кстати, не обходил всю же опять. Он, видать, где-то прячется. Ну ладно. Стоп. Да не туда. Да я просто... Нечаянно нажал, блядь. Сука, да нечаянно нажал. Это она. Сколько проблем мы повидали от этой охотницы за головами. А может, сначала пустим немного крови совсем чуть-чуть. Босс не заметит. Чую, мне это понравится. Охотница за головами. Нападай, банда стоячей воды. Сейчас я тебе, сука, нападаю. Лошадь не убейте. Пидоросня, блядь. Так, хоп. Вы убили главаря. Вы нажили себе вендетту. Против вас мог кто видеть по разным причинам. Вы убили родных этого человека, расправились с бандой или позволили цели охоты за головами ускользнуть. Но есть лишь одно. Лишь один способ ее закончить. Теперь за каждым поворотом дороги вас может ждать засада. Че за хуй? Да, опять началась. Жили же спокойно. О! Этот наряд, ты хочешь отправиться за ними? Че, можешь открыть его? А кто там такой? А, ну вот сейчас хоть человек какой-то. Требуется отмычка. У меня отмычки-то нету. Где этого я убил? Может, у него есть? Вот ключ. В форме кости пальца. Угу. Обыскать пустой. Так, открыть. Я так благодарен. Они собирались меня сожрать, лишь бы снова не поймали. Ну так прячься лучше. О, репутацию я снова себе поднял. Верный друг Луи. Луис. Угу. Подождите. Я же хотел вот просто полискать. Заберите награду, мы пока не пойдем сюда. Здесь у нас что? Так, это понятно, пока не надо нам. А это что такое? Тайник. Вот. Давайте, наверное, вот так на тайник, а потом сюда. То есть одну побочку и опять основную. Потом нам, может, где-нибудь здесь дадут или здесь точку основную. И пройдем туда, пока еще время есть. О. Сложно сказать. О. Враги в кустах, на вас напали банда стоячей воды.
Ну, сейчас заебут, конечно, ну все. Плохо то, что я не купил патронов. Думаешь, можно безнаказанно убить босса нашей банды? Ребята, взять их. Банда стоячей воды не позволит так просто убить одного из нас и уйти вперед. А, и уйти. Вперед, ребят. Куда, пидор, побежал? Сука. Ну как, ну я вот опять, я же не знаю, что это он. А чё, всё что ли? Ой-ой-ой-ой. Дашь поспи. Команда была спать. Так. Вот эти заберем бутылки. Это что такое? Самогон не надо. Банку съедим. А чё костра-то нигде нет? Вот это, кстати, очень плохо. Ну. Ну ладно. Бежим опять. Бежим, бежим. Будьте осторожны, наживая себе врагов. Да, понятное дело. Так, стоп. Кто это там ходит? Это кто такой? Надо, где мой этот тесак? Тут два человека, два фермера каких-то и два пса. Три пса вроде, или два. Три. Ну, иди сюда. Вот и все. Вопрос решен. Так, а это мясо у нас поскольку? Не помню, койотовское мясо. А что надо здесь копать? Да не, копать-то надо не обязательно все. О, кстати, а вот эти две отличаются. Эти, видишь, эти, видите, какие-то с камнями. Какие-то камни у них. Лопаты. Каждый раз, когда вы копаете что-то лопатой или киркой, их прочность уменьшается. Когда прочность падает, то тогда инструмент ломается. Хорошо, я понял. О! Точно же, я же думаю, а чё, зачем копать? Я и забыл совсем про эту. Совсем забыл. Ну ладно, спасибо. Так, 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 так. Тик-так, что тут у нас? Не, нам бы вот это здоровье для бинтов. Перезарядка не нужна. Тихо и быстро. Угу. На 10% быстрее. Это я пока нет. Это время нет. Давайте, наверное, пока возьмем скорость при движении в приседе увеличивается. Подождите, а он А, это тот смотрит на нас, а я смотрю на карту и чуть-чуть не понимаю. Я думаю, как это он так может смотреть на нас, если он спиной. Угу. Так, вот. Зарублю, сука. Ой, улетел куда-то. Грязная тряпка мне не нужна. Не-не-не, а где ее-то? Да не могила, блядь. Вот. Сломанная лопата. Ну, сломанная нам как-то не это. А почему... Так, подождите. Где у нас инвентарь? Почему у нас нет патронов? 9.
0. Так, а было же 9. В смысле, ты выкинул, что ли? Блять. Нихуя, как интересно. Мне бы патронов бы где найти, потому что этот уже как-то, знаете. Да нет, 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 вот этот и дробовик. Тут у нас что? Ну это, наверное, просто новая территория. То есть, ну там не дополнительная и ни побочки, ничего нету. Давайте на ферму. Грабеж на большой дороге. Дорогу перекрывает отряд мрачных головорезов. Блять, ну заебись. Надо бинты сейчас использовать. Ага. Эй, дружище, тут у нас частная собственность. Думаешь, можно просто так здесь расхаживать? Официальный штраф пусть будет 130. Блять. Я тебе сейчас нахуй дам тебе 130. Хе-хе. Ну и ладно, ты тоже... Так тоже будет весело. Бежим, бежим, бежим. Сейчас мы, сейчас, 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 сейчас. Сейчас да выебывается. Где? Ух ты. Да блять, беги, 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 беги. О, он сам своего убил. Ой, спасибо тебе, мил, добрых человек, нахуй. Сейчас. Честно, сука, козлы, блядь. Хотели на одинокую бабу напасть, блядь. Я вам сейчас нападу. А, это у них этот опять. Злой ебанько, это если я его убью, то все опять. Блять, он вообще не отнимает, что ли? Не, надо сейчас, знаете, в город прийти. И это. И... Что это? Поискать нормального оружия, купить. Потратиться уж. И все. Ну это какой-то уже, знаете... Ну, какое-то, блять, кощунство уже. Деньги, 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 пистолеты и патроны. Этого мы обыскали. Да нихуя, 130 заплати. А вам интересно, у меня сколько всего денег вообще с собой? Так, еще один, да, остался? Так, я же его обыскал. А, нет, не надо. Сколько у меня денег-то? Денежек у меня $291. Ну нихуя, 130 отдай, блядь. Почти, блядь, 50% захотел, нога. Сейчас. Пидоросня ебаная. Бежим дальше. Ферма Бушкрик. Так, ну тут вроде бы не враждебная. Это меня уже радует. Свинюшки. Свинюшку-то можно было... В духовочку, как молочного, и все. Ну, привет. Так, подождите, а мне зачем здесь надо было? Ты, о. Охотница за головами. Дай-ка угадаю, тебя Уикс прислал. Я тебе скажу то же самое, что сказал предыдущему бандюгану. Ничего я продавать не буду. А, ну вот оно. Здрасте. И не думаю, что тебе хватит... Селенок нас отсюда вытеснить. Сами и гончие, и гавани не смогли, а у тебя нет и шансов. А теперь проваливай из моего, из моей винокурни. Чем меньше ты будешь задавать вопросов, тем лучше. Слушай, если я тебе меньше вопросов задам, я тебя убью нахуй.
Ты у него под колпаком, да? Посылает тебя делать за него грязную работу? Оно и понятно. Слушай, документы на землю ты не получишь, но я скажу тебе вот что. Уикс мошенник. Я даже слышал, что в его подвале можно найти очень даже грязные секреты. Если хочешь найти, найти на него управу, поищи там. Давайте, значит, вот так вот. Сперва по-добру с ним поговорим. Не хочу я забирать у людей их имущество. Точно? Неправильно это. Слушай, если хочешь надавить на Уикса, советую проверить его подвал. Ясно? В общем, слушай, охотница, я тебе сочувствую, но сделку ты не получишь. Так что проваливай с моей фермы. Так. Так, ладно. А вас тут сколько, если что-то? 3, 4, 5. Я иду искать. Ладно. Не хочу я у них забирать, ребята, ферму. Вот не хочу и все. Поэтому, ну-ка, давайте-ка сбегаем до подвала. Не обязательно найти. Ну как не обязательно? Я хочу найти. Раз она желтая, значит основная. Если не обязательно, давайте тогда синюю. Пусть как допом будет. Сейчас посмотрим. Так. Как бы нам пролезть и в подвал? Снова ты, охотница. Документы у тебя? Дай посмотрю. Так, ну вроде похоже на правду. Ну, ебанько необразованная, хули. Подойди-ка. Чё хотел? Ты ведь охотница за головами, верно? У меня тут деликатная проблема. Можешь помочь? Чё за проблема? Видишь того охранника снаружи, Хоаким? Нужно отдать ему письмо, только вот мне... Ни под каким предлогом нельзя засветиться. Не отдашь ему письмо вместо меня. Скажи ему, что это Пол передал. Чё за... Ну, оно любовное. Не то, чтобы мне было стыдно. Вообще нет. Просто, ну, ты знаешь. Ты пидорас, что ли? Как это бывает, только выйдешь за рамки принятого, как у всех вокруг сразу крыша едет, и они готовы... Тебя чуть ли не в колдовство обвинить. А, ну, старый пидорас, в общем, вот он кто. Мне казалось, мы уже не в брошенном доме живем. Ладно, давай. А у тебя... Я у тебя в долгу, дай узнаю, что... Фу, дай узнаю, что он скажет, хорошо. Я уже долго думаю о нем. Ну, точно, блядь. Фу, сука. Я даже читать его нахуй не буду. Так, кому отдать? Блять, мне бы надо было в подвал спуститься. Не заставляй мэра ждать. Пол пишет. Мне, наверное, это про тот долг. Угу. Слушай, здесь я не могу об этом разговаривать. Давай встретимся в салуне Гарланд. Вот это где? И письмо не забудь. Да лучше иди со своими делами, охотница. А, он побежал. Ну, подожди-ка, мне надо нахуй в подвал спуститься. В подвал. А где у вас подвал? Все, не буду. Значит, там, ребята. Ну, уходи, хули ты встал-то? А если я по-тихому? Ну, чё ты... Блять, какая... И чё ты встала?
Только попробуй что-нибудь выкинуть, я тебе выкину нахуй. В смысле, нету здесь ничего, что ли? Кровать поспать. Шкафчик. Картошка. Пойдем копать картошку. Оберег ветрохода. Ну, это мы заберем. Сейчас подлечимся вот так вот. Со скважины водички попьем. Угу. Так, ну все, более-менее подлечились. А где же у нас, ребята, подвал? Вы зашли на чужую территорию. О, что-то тут горит. Окаменелая реликвия. Ну, конечно, украдем. О, тут кто-то ходит у нас. Где, блядь, подвал? Вот это что ли? Люк. О. Пленник. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Уже интересненько становится. На свинорылую хуйню эту. Потому что я не хочу ему помогать. Вот не хочу и все. Голову заряды. Эй! Где ты там? Как с тобой поговорить-то, блядь? А поговорить-то с тобой как? Ой, блядь, мусор этот взял. Мусор-то нам не надо. Не, ну тут ключ не может быть. Во. Еще шаг, и я... Драться буду. И кусаться. Подожди, ты не одна из них. Святые воды, я спасен. Помоги мне выбраться отсюда. Что с тобой случилось? Меня поймали бандиты и продали Уиксу. Он делает со мной всякое, говорит, я его игрушка. Выпусти меня отсюда, прошу тебя. Что он знает? Ну-ка. Эта змеюка врет как змеюка и кусается тоже. Пожалуйста, не оставляй меня с ним. Алонзо, он умудрился стащить у бандитов оружие и начать пальбу. Храбрости ему не занимать, это точно. Мне жаль, но говорят, твой муж не там, где все остальные. Отвезли туда, где хранится хорошее мясо. Но есть этот паренек, Эскикмаст. Их взяли в плен в одно и то же время. Он точно знает, где сейчас твой муж. Я слышал, его держат в плену в Квикбенде, в самой глубине пустоши Остроспинов. Если хочешь найти своего милого, спроси Эскиса Маста. Выпусти меня отсюда и помоги найти пушку. Эти ублюдки за все заплатят. Найти способ открыть клетку. Да благословят тебя духи, где-то тут должен быть ключ, ищи побыстрее. А. Все-таки здесь ключ. Капуста, молоток. А у меня нету отмычек, да? Блядь, жалко. Кузнечные клещи, кусок угля, это... Подожди, не оставляй, так я бы не хотел бы тебя оставить, батя, ты чё? Не, здесь-то он, освободите
пленника 1 минута. Или что это 1 м? Ну и ключ нигде тут, я думал, чтобы на стене может висит. Нет. Вот какой-то. А, это нет, груша. Морковка. Нет, нет, это нам... Да не нужна мне ни морковка, ни груша. Тем более картошка. Украсть. Угу. Я вообще предлагаю здесь этого паренька завалить, который ходит. Ящик пустой. Кому? Мэру Виксус. Так, необходимо расширение поставок. Рядом есть несколько больших ферм, которые нам не принадлежат. Предлагаем немедленно приобретение. Да подождите, надо найти ключ. Ключ, 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 ключ. Нет, это... Ключ, как правило, может быть у кого? У кого-нибудь из доверенных лиц. Вот, наверное, вот у этого хуя, который ходит. Иди сюда, я тебя убью, и все. Так, давайте на F5 сохраним. Ёбан, он 60 уровня. Ой-ой-ой. F9 загрузим. Не, у него 60 уровень, ребят. Мы же не где-то в поле. Значит... Где вот может быть ключ? Да. Плохая затея. Угу. Побежали дальше. Полки. Да не нужны мне ни груши, ни хуя ваша. Мне нужен ключ. Ключик, ключик, ключик. Давайте опять F5 сохраним здесь. Может его одного... Да мне вот интересно только вот этого обокрасть одного. У него ключ или нет? Все, ляж по спин нахуй. Где он улетел? Куда он улетел-то? Нет, не у него, поэтому... F9. Блять. Сука. А где ключ? Ну, значит, где-то ребята у мэра. Потому что это же... Тебе нельзя здесь находиться, проваливай. Так я ухожу, ухожу, ухожу. Главное, я попиздел со мной, типа, ты чё? А потом, ух ты, да ты чё? Ой, а как он заговорили? Нет. Ну, значит, остается один основной дом.
основной дом. Так, и как бы мне здесь... А эта скотина стоит здесь, да? Блять. Эй. Чё? М. Ну чё, эй, М, блять. Определись, эй или М. Чего? Тебе нельзя здесь находиться. Сука. Полувонючая ты, вот ты кто. Перебить вас всех к хуям надо, вот что с вами сделать. Жиробаса вашего. О! Угу. Возвращай. Так, сказать... Ага. Больше нечего. Пока больше нечего. Хм. А где же? Не, ну, он сказал, ключ где-то там. Может, правда там, ребята, лежит? Или так действительно все запутали, чтобы это... Давайте еще раз спустимся. А может мне легче, знаете что, съездить за отмычкой и вернуться сюда. Потому что, ну, ключа нету, я уже вблизи все оббежал, но нету. Нету нихуя, ни ключа, ничего. Угу. Предлагаю за отмычкой сбегать быстренько в другой город. И все, и не ебать тут мозг что-то искать, еще что-то делать. И все, и вернуться сюда. Потому что есть там ключ или нет, мы не знаем. Ты кто? Чистое небо, красота. Ну, я согласен. Когда небо чистое, это красота. Так, сколько? 8 часов. Я думаю, что батя еще не умрет. Языческий ритуал. Ковен ведьм готовится провести жуткий ритуал. Ну, окей, и чё? А я-то при чём? А мне это зачем знать? Ну давайте посмотрим, что же они тут творят. Поближе даже можно сделать что? Вот так. У меня, если что, и патронов-то не богат. Грядет жатва тленная. В смысле? Подожди, вы с кем? Что это вообще было? А? Во. Колба с кровью. В смысле, а почему я оберег не могу взять? Потому что полного всякого говна. И нахуй. Пойдемте. Нам надо спасти пленника. Бежим. Да, все-таки на лошади лучше всего. Ну что так долго-то? О. Плохо вот здесь бы еще на лошади. Можно было бы это... Ну... Вообще отличненько. Тогда, а то бегаешь. Так.
кто нам нужен? Куда мы? Сюда заходили? Не, в салоне-то нам, наверное, не помогут. Хоть кто-то приличный. Нет. Ясно. Сразу ясно. А чё ясно-то, блядь? Мне надо отмычку. Привет. Есть товары? Давай, показывай. Мне нужна отмычка. У тебя есть? У тебя нету. Ну что ж за, блядь, бичи-то вы такие, а? Ну забери хотя бы ненужное. Ослепляющая граната. Нет, граната пока ставим. А где можно купить отмычку? Ну, у какого-нибудь барахольщика же должна быть. Здравствуй. Тьфу ты, блядь. Да я хотел с ней поговорить. Я могу вылечить практически... Посмотреть товары. Забери вот этих, нахуй. Спасибо. Так. Нет, нам это тоже не надо. Банк. Че, в банке, что ли? Нет, ячейку в сейфе мне не надо. Этот покупает любую руду. Нет, попозже. Попозже, позже, все позже. У кого отмычки? Я... Тут что у нас? Опять какой-то новый. Давай забираем. Наберем все, что есть. Угу. Вот. Этого сдали, этого получили. Все, скоро появится. Это, конечно, все чудесно и прекрасно, но... Ну что за ебаный стыд? А у тебя патроны-то есть? Патроны есть. Патроны, пистолетные пули, оружейные для дробовика. Ой, все-то много, куда мне 100? Я так, чуть-чуть. Ну, например, вот до 50. Вот, ну, 55. Вот, 50, 56, там же четные. Давай винтовочных патронов еще возьмем. Ну, хватит. Ты бы мне, человечек, лучше бы отмычки бы, блядь, продал. Доктор нам не поможет. Может быть, вот это что? Да нет, не читать. Почему, когда подходишь, нельзя поговорить? Чего на кладбище? Что-то она пизданула на кладбище. Чё с кладбищем? Все что ли? Больше не у кого купить? Ну ядрить, сука, колотить, а. А вот кожник какой-то есть еще. Сюда мы еще не заходили. Здорово. Возвраты. Ну понятно, возврат ягод не приму. Стрелы. Ну, стрелы возьмем, но у меня пока нихуя нету. Но мне, собственно, не это надо. Ты забери вот эти ненужные шкурки все. Лук. 127. Так, вот этот отнимает 40. Радиус средний. Радиус средний, скорость атаки обычная. А, скорость атаки медленная. Но этот зато 37. Ну и дороже. Давай вот этот купим. Благодарю. Ну почему нет от... А я у кого... ребята, я же вроде у цыган покупал. Точно, точно. Я же, блядь, покупал у цыган. Ох ты ж, ебаный ты стыд, да. Ладно. Давайте еще раз вот сюда зайдем. Может быть, там найдем.
Если нет, мы ее сейчас просто зачищаем. Есть, есть, нету. В смысле? Подождите, подождите. Что ты так дергаешься того? Я не понял, это вообще что? Так, а при чем здесь это? Да это-то можно уйти спокойно. Чё, нельзя уйти, что ли? Вот и все. В чем проблема-то? Я же хотел. Где вот она по 5? Вот. Потихоньку избавляемся же от него. Там койоты дерутся, они сейчас сами сдохнут. Так а мне зачем? Я дальше хотел бежать. Я же бежал, вот. Soul Hill. Чуть-чуть не дошел. Не туда нажал, ну да ладно. Да ёбаный ты, блять, колесик. Фу. Хули уже мастерно. Какой-то ключ. Да мне больше, знаете, чего здесь интересует? Может быть, у кого-то найдется отмычка. Одна отмычка. Мне больше ничего не надо. Мне одну отмычку, и все, я уйду отсюда. Пусто, пусто. Беги сюда. Блять, зря это сделал. Они сейчас, наверное, в обход побегут. О, лопата. Лопату возьмем. Потому что наша скоро придет в негодность. А я могу по боку пройти? Ничего страшного. О, нету алтаря уже этого. Ребят, убрали. Нету уже больше алтаря. Воу, побежал вокруг. Ах ты, сукунишка. Надя, сука, в черепушку. И опять нету. Есть все. Кроме нужных мне вещей. Где наша это... Давайте, просыпайтесь, пидорасины. Лобысь на... Упал. Они что-то с кем-то еще тут воюют. Так, а чем мы? Давайте воспользуемся. У нас же теперь винтовка есть. Положили, покрошили. Тьфу, блядь, опять лопату взял. Отмычка. Ребята, отмычку взяли. Все. Теперь в скором времени берем. Зачищаем и бежим, спасаем деда, и на этом серия и закончится. Ляж, поспи, все, успокойся. Только патроны. Хоть я их и закупил, но в любом случае.
мило! И подох. Ну прям и впрямь мило. Так, патроны забираем, все, бежим. Ладно, не будем, потому что здесь, скорее всего, она бесконечная. Бесконечная эта пещера. В плане того, что ты каждый раз можешь зайти. И опять все будет по новой. Угу. Все. Что вот делать с тобой? Я же тебя убил. С тобой поговорить не могу. Вы не можете разобрать слов. Ну и хуй с тобой. Потом подумаю еще что-нибудь. Так, 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 так. Где у нас этот? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Стоп. Подождите, а где мех-то? Вот это же? Фу ты, блядь, перепутал, где? Нет, Queen Deck это новая уже, Эскинск Маскс. А мех-то? Ну да, вот этот же. Падальчики. Ускакать нахуй. Нам надо спасти. Пленника, пленницу, все. Давай, 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 давай. Сюда ж пришли? Сюда пришли, молодец. Так. Давай, 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 давай. Надо незаметно прошмыгнуть. Все, всем здравствуйте. Меня никто не видит. Так, 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 так. Угу. Фу, батя, ты еще живой. Все нахуй. Да благословят тебя духи, охотница за головами. Теперь-то я выберусь, только дождусь, пока никто смотреть не будет. Я всегда буду за тебя молиться, обещаю. Сейчас самое охуительное, кажется, что у него... Во, я думал, в ящике ключ. Вот это было бы вообще, блядь, пиздец. Так, мы его выполнили. Выполнили, значит, в следующей части мы выскажем этой жирной свинье все, что о нем думаем. И, наверное, вот здесь опять и закончим. А на этом все, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Поставьте лайк, дизлайк, подпишитесь на канал, если вам не трудно. До новых встреч, друзья. Пока-пока.